система заставит всех и каждого. Вы вот думаете, что отсидитесь дома, там одел маску и все, тебя это не коснется, что ли? Ни хрена подобного. Рано или поздно до каждого доберутся. И каждого будут вот так вот, как меня, прокручивать через мясорубку и смотреть, из чего состоит и что у меня в голове творится. Вот на это будут каждого проверять. И это идет конкретный отсев, идет жатва. Отделяют семена от плевел. Да, это началось, это идет уже. Если вы не осознаете, что происходит, ну то это ваши проблемы. Да, я тебе поясню. Ты не была в психушке, я был. Я знаю, что это такое. А Наталье именно психушка грозит. Я там пробыл 62 дня. Меня не кололи, не пичкали. Я насмотрелся. Мне там чуть глаза не выкололи. Реально. Я знаю, что это такое. И ей именно это и грозит сейчас. Вот сейчас я понимаю, пускай мне лучше все пальцы на руках переломают, чем я это, 10 дней в психушке проведу. Это я тебе точно говорю. У меня есть этот опыт, и я знаю, о чем я говорю. Так вот, ей грозит не 10 дней, не 62 дня, как мне. Ее наверняка обколят, потому что она находится где-то в деревне, никто ее не знает, ее еще никто не светил, ни одна фамилия, имя, отчество еще не звучало на всю страну. Поэтому ее по-тихому, по беспределу обколят, заколят и как минимум на полгода, а я думаю, где-то на полтора, может даже на два, захотят именно, чтобы она там пролежала очень долго и все. И это показательное будет для всей Кемеровской области. Носите маски или иначе психушка на два года. Вот, цена двух пальцев, два пальца и два года в психушке. Что дороже? Вот я тебе про это говорю. Ничего вы не объясняли. А, Сань, помогите, помогите. Вызови спецлюдей, и они все делают без тебя. А вон, вызови. Напишут мне, будешь знать. Нафиг надо тебе? Да. А вы меня ущипнули, обнимали, прижимались. Ну, полтора метра вы должны быть у меня. Чего долго будете устраивать? Вызови спецлюдей, и они все сделают. А так будем стоять. Я защищала свое достоинство. Выходим с автобуса. Она пошла на принцип, понимаешь, что все случилось. Показала маску, ты уже примет, приедет другие меры. Заявление писать на нее. На базу оплачивала ее. Потому что там по-фински или записок подбёт. Заявление писать надо именно на нее. Ей же виновник тот, кто оставил. Заявление пишите на тех, кто незаконное постановление выписывает. Рука уже устала. А кто сказал, что она ненормальная? За клевету? А, например, когда она кидается на вокзале на сотрудников? А не было видеозаписи? Не было. У нас видеозаписи, у нас камеры стоят. Предоставите. И также можем посмотреть. Ну, значит, предоставите, и все. Я же не на чьей-то стороне, не на ее, не на вашей. Я на своей стороне. Приказы, наши приказы, кемеровские приказы, от губернатора приказы. Нету печати. От министра транспорта. Нету печати. Ребят, женщин, только женщины должны трогать. Знаете, по закону полиции? Мужчины не должны. Запрещено. Маски скручивают. Спасибо, родная, за поддержку. Спасибо. Молодой человек, сколько народу, я знаю, как хорошо. Ужас какой, а? С ума сойти. Уважаемые зрители, друзья, соратники, единомышленники. Сегодня мы проводим эфир, в котором участвуют
мы, Светлана и Вячеслав Орловы, представители международного общественного движения «Общественный контроль правопорядка» Ирина Александровна Иванова, Рафаэль Усманов и известный блогер Антон Булгаков. Но он не только блогер, он превосходный мужчина и человек. Это герой. Здесь все, кто участвует в сегодняшнем нашем эфире, все достойные, уважаемые, грамотные люди. По какому поводу мы сегодня собрались? К нам обратились. Да, и, конечно же, наш главный герой – это Наталья. Она обратилась к нам вот с Вячеславом за помощью, с просьбой рассказать о ее проблеме, придать ее гласности и, соответственно, с нашей стороны попросила каких-то практических советов, рекомендаций и так далее. Сегодняшний эфир мы посвящаем, Наталья, вам. Поэтому первое слово мы предоставляем вам. Расскажите, пожалуйста, о своей истории, о своей проблеме, что произошло. Наталья, и секундочку, я хочу, вот, прежде чем вы начнете рассказывать, что с вами произошло, я хочу добавить, что вот эта проблема, о которой вы будете рассказывать, она касается именно каждого человека, который проживает, ну, грубо говоря, на этой планете. Каждого человека. Или может коснуться. И тот, кто повиновался, естественно, их коснется эта проблема позже. А вот кто именно идет сейчас против системы, против вот этого геноцида, который понял чуть-чуть больше, чем все остальные, естественно, их касается сейчас первый раз. Вот и вас коснулась вот эта беда. Поведайте нам, расскажите. Даем вам слово. Благодарю вас. Всем добрый вечер. У меня вечер. Я живу в Кемеровской области, Крапивинский район, поселок Зеленогорский. Поселок городского типа, небольшой. Строительный поселок. Мы когда-то здесь строили гидроузел, теперь остались и люди, а плотину так и не построили. Ну, это такое отступление маленькое. То есть я хочу сказать, что в этом поселке мы все друг друга знаем. Произошло со мной... я Наталья Васильевна Заречнева, значит, пенсионерка, ветеран труда, мама, бабушка, женщина. Произошла вся эта ситуация, значит, 14 августа 2020 года. То есть в междугороднем автобусе Зеленогорский-Кемерово, посадочная, значит, Любовь Владимировна вызвала полицейского, потому что я была без маски. То есть это у нас уже было 13 числа, 13 августа. Я также была без маски в местном автобусе, значит, Зеленогорск-Крапивино, где автобус простоял 40 минут до следующего рейса. Люди пересели на следующий рейс, уехали. А я осталась, приехал участковый, составлял, значит, там объяснение с работников автостанции. Со мной провел беседу. Значит, что я должна быть в маске. Я попросила у него основания. Он сказал, что никаких документов у него с собой нет, и нужно проехать в отделение полиции. Я отказалась ехать. Тут подошла еще одна женщина, которой стало очень любопытно увидеть эти документы. Она говорит: Наталья Васильевна, давайте съездим, посмотрим, что там за документы нам могут предоставить. Ну, вместе мы поехали в отдел полиции. Значит, нас встретила Елена... фамилия забыла. В общем, человек, который отвечает за административные протоколы. И первым делом она говорит: одевайте маску. Я говорю: у меня, во-первых, ее нет, во-вторых, зачем? Меня, значит, вывели, потому что я была без маски, а вы хотите, чтобы я ее одела? Она мне приносит маску, замызганную, грязную маску. Я говорю: это что, у вас дежурная маска для всех посетителей? Она ее убрала. Говорит: ну тогда я вас не пущу в кабинет. Я говорю: я не собираюсь к вам идти в кабинет, вы мне предоставьте документ на основании, так сказать, не дали ехать. Она бегала с первого на второй этаж, в конце концов принесла ксерокопию листочка, который ей администрация Крапивинского района выдала, где там была канцелярская печать и не было подписи главы. Значит, на что я ей сказала, говорю: вы считаете это юридическим документом без подписи главы Кемеровской области? Какое-то распоряжение, это что, федеральный закон?
Но ей это очень не понравилось, что мы стали много вопросов ей задавать. Она стала раздражаться, попросила у меня паспорт, чтобы составить протокол. Я сказала, говорю, я человек, и мне паспорт не нужен. Она снова, вы что, с собой паспорт не носите? Я говорю, для какой цели? Я вам говорю, объясняю, я вам человек, зачем вам мой паспорт? Но в конечном результате она поняла, что наш разговор заходит в тупик. Она не знает, чем нам мотивировать, потому что мы очень много говорили, минут, наверное, 20-30. И та женщина, которая была со мной, она там столько вопросов им задавала, что они просто, голова закружилась у нее. Она говорит этому участковому, Коньков Александр Николаевич, везите их отсюда, как бы. И, в общем, он нас повез назад домой. Мы ехали в автобус, в машине, общались, и он нам сказал, девчонки, да вам никто штраф не даст, потому что только Роспотребнадзор может выписать вам штраф, если вы нарушили карантин, либо были в контакте там с больными, а больше вам только предупреждение, и все. То есть мы так на такой ноте дружеской расстались. Я ему говорю, Александр Николаевич, завтра еду в область, на междугородном автобусе. Скажи, пожалуйста, девчонкам на автостанции, чтобы продали билет, чтобы, ну, как бы не препятствовали. Он говорит, нет. Наталья Васильевна, пожалуйста, оденьте масочку. Я говорю, зачем? Мы сейчас договорились, что распоряжение губернатора не имеет юридической силы, что это бумага фикция, что если я здоровая, я двигаюсь, если я буду больной, то, естественно, я останусь дома. Основания какие? Он так поулыбался, говорит, ну, тогда мы завтра с вами встретимся. И на другой день, когда 14 августа я поехала в город и не опять была без маски, это же самое посадочное, Любовь Владимировна говорит, вы опять без маски? Вы хотите продолжение вчерашнего? То есть они уже были агрессивно настроены, она его вызвала, он прилетел мгновенно, очень был злой, раздражительный, сразу кинулся на меня, то есть... Я даже в первое мгновение его не узнала, потому что он был, во-первых, в маске, во-вторых, он был настолько агрессивный, значит, что одевайте маску. Я говорю, основание. То есть он уже не стал мне говорить, что распоряжение губернатора, он сказал, что 417-й федеральный закон, где, значит, я должна быть в средствах индивидуальной защиты. Я ему говорю, ну тогда предоставьте мне средства индивидуальной защиты, если вы хотите, чтобы я облачилась в это. Он говорит, у меня нету, вы должны свою иметь. Подожди, Наташа, это вот этот же Коньков Виктор Николаевич, да? Александр Николаевич, уполномоченный, участковый уполномоченный, капитан полиции. Значит, и он, ну, агрессивно, он, то есть, кричал, он настолько раздраженно был, в общем, просто нападал. Я как бы пыталась, я говорю, основание. Он, то есть он не представился, ну, как полагал, что я его уже знаю. Не объяснил ни, значит, статью 51. То есть он вообще не отдал честь. То есть никаких там закон о полиции там и не пахло. И, удостоверение, значит, предъявил? Нет. Вообще никак. То есть ты требовала удостоверения? Он даже здрасте не сказал. Нет, вопрос в другом. Ты удостоверение требовала у него? Не помнишь? Да понятно, что не требовала, потому что незнакомая. Слушаем. И в конечном, значит, после этого он, значит, начал меня, после того, как я отказалась одевать маску, он сказал, чтобы я вышла из салона. Я, опять же, ему говорю, какие основания? У меня есть проездной билет. Я как бы... Наташ, подожди, я перебью. Ты сказала, что ты приехала опять вот к этой женщине в кабинет куда-то, потом вызвала эта женщина полицейского. Да не в кабинет, вот. Она приехала на автовокзал сесть в междугородний автобус. И вот та, кто рассаживает, контролер, да? Это да. Ее фамилия такая, посадничая? Нет, посадочный контролер, я фамилия... забыла ее. Любовь Владимировна... Ну, контролер, посадочный контролер. Я думала, это ее фамилия посадочная. Нет. Фамилию я ее запамятовала. Угу. Ну, Топоркина. Не Топоркина, забыла. Ну, хорошо. Не перебивай, Вячеслав, слушай внимательно. Значит, то есть он стал требовать, чтобы я вышла из салона. Я отказалась выходить из салона, мотивируя тем, что я ничего не нарушаю, в добром здравии.
опрятно одетая, никому не хамлю, имею билет. И я хочу ехать по назначению туда, куда наметила свои планы. Он сказал, что нет, либо вы одеваете маску, либо вы выходите. Вот. После перепирательства он, значит, начал меня выдергивать из кресла. То есть я сидела с краю возле прохода на четвертом. Он схватил меня, значит, в кольцо, то есть надавил на солнечное сплетение, где там сжал мой весь воздух, кислород. Начал меня вырывать из кресла, то есть поднимая руки все выше и выше, то есть начал в области груди подмышками взял, то есть начал меня выдергивать, причиняя мне боль, конечно. И, ну и сама ситуация глупая, потому что на виду у всех пассажиров полный автобус людей, практически все знакомые, потому что, как я вам сказала, поселок городского типа, он небольшой, у нас около 6 тысяч населения. Я вцепилась впереди стоящего кресла в поручень левой рукой, то есть стала препятствовать, чтобы меня он вырвал. Он продолжал это делать, когда он понял, что не может справиться, но он при этом очень был агрессивный, злился, ну, начал мне отламывать пальцы. То есть по одному пальцу он мне выламывал, отдирал. Я, естественно, закричала от боли. И так как кресло стоит высоко, то есть над проходом, и на уровне моего лица была моя рука у поручня, и я его инстинктивно от боли укусила за тыльную сторону руки. Ну, понятно, понятно. Он меня оставляет в покое, выходит на улицу, приглашает второго полицейского, водителя УАЗика. Они заходят вместе. Естественно, уже силы меня уже покидали сопротивляться. Они меня схватили с двух сторон. Один за другую. И выволокли из автобуса. И потащили в этот УАЗик. В заднюю часть, где клетка, где преступников сажают. Там маленький табурет и маленькое закрытое пространство. Когда я это увидела, мне стало совсем плохо. Я закричала: «Вы что творите?» И они начали меня толкать. То есть есть видеозапись, когда меня вывели из автобуса. Женщина, которая вот ездила со мной, она сделала это видео. То есть в самом автобусе не разрешили ей присутствовать, у нее не было билета, она не смогла снять. А уже на улице она меня и с этими полицейскими засняла. И они пытаются меня туда затолкать, в это закрытое пространство. Я говорю, ну, как бы мне стало страшно, потому что я увидела, ну, в самом деле мне стало страшно, если честно. Я первый раз в такой ситуации. Я поджала ноги, говорю: «Вы что творите?» Ну, как бы на землю сгруппировалась. Тогда они меня потащили в боковую дверь, туда запихали, закрыли. Там было очень душно, 14 августа, было жарко, нагретая машина металлическая, закрытые окна. То есть у меня было обморочное состояние. Во-первых, мне было плохо от всей этой ситуации, от того, что на глазах у всего поселка, всего автобуса все это происходило. То есть психологически мне было очень неприятно вся эта ситуация, что меня взрослую женщину, два молодых человека, которым еще нет и 40 лет, они меня тащили как вот, как сказать... Как преступника. Как преступника, да. Они меня тащили. Когда мы вышли на улицу, я им говорю: «Отпустите меня, ну я сама пойду». Ничего подобного. Они вцепились в меня еще больше, в мои руки. У меня были все синие руки, все синие ноги. И они меня просто волокли, можно сказать, поэтому... И тогда я уже постучала в дверь, говорю: «Ты открой хоть что-нибудь», говорю, «я задыхаюсь». Вот после этого он, вот этот водитель УАЗика, открыл уже потом форточки, значит, чтобы как-то меня в чувство привести. Я там еще просидела какое-то время, ну, может быть, минут 20, не знаю. Мне показалось целой вечностью, может быть, 30. Приехал другой УАЗик с двумя
значит, другими уполномоченными участковыми. Они меня перетащили в тот УАЗик, увезли, значит, в районный поселок, там, где отделение полиции. А этот Коньков остался писать объяснения, собирать их, значит, с автостанции, с каких-то там присутствующих людей. Ну, автобус междугородний, конечно, уехал по назначению в город Кемерово, а он остался. То есть в отделении они меня привезли, оставили и как бы благополучно забыли. Значит, я сидела там час, наверное, потом говорю, кто у вас тут старший? Там представился. Я говорю, почему вы меня сюда привезли? Вообще, что, какие действия? Он говорит, ну, сейчас Александр Николаевич приедет, Коньков, и вроде как займется вами и будет писать протокол. В конечном результате они благополучно ушли все на обед, оставили меня одну. Я, значит, снова подошла к этому после обеда к старшему, говорю, вообще, что происходит? Объясните. Он сперва сказал, говорит, я ничего не знаю. Я говорю, как не знаете? Меня привезли, вы тут как бы старший, и вы ничего не знаете, вам никто не доложил? Он стоит, улыбается. Я говорю, что происходит? Он, ну, потом уже как бы приедет Александр Николаевич и составит протокол, и все как бы разъяснится. В общем, прошло где-то больше трех часов, где-то примерно в три часа, может быть, в половине четвертого, ну, примерно в три, наверное, приехал Александр Николаевич наконец-то и пошел заниматься своими делами, то есть, не знаю, писать объяснение там или какой-то рапорт. И как бы дана была команда другим участковым. Один участковый писал протокол, значит, по 13 августа, то есть по вчерашнему дню, который был не составлен, а второй писал по 14. То есть в протоколе я не расписалась, взяла 51 статью, они пригласили понятых, вызвонили, то есть приехали, расписались. Значит, в одном протоколе расписался вообще человек без паспорта, который там пришел оформлять в миграционную службу документы. Он вообще был из города Кемерово, тут был у родственников, там такая запутанная история, но его все равно взяли понятым. Я говорю, а как вы его взяли, если у него даже данных паспорта нету? Ну, он же получит, сказали мне как бы. И в конечном результате они оформили эти протоколы. И, в общем, где-то я от них ушла около 4 часов дня. То есть они меня вот так вот продержали. Значит, на другой день, в субботу, какие я пошла... Протоколы какие именно подписали? 20.6.1. Только об административном правонарушении? Да. О задержании, о доставлении? Нет. То есть у вас было несанкционированное задержание? Они сказали, что я добровольно как бы села в машину к ним. Ясно. По доброй воле. И вы не снимали потом какие-нибудь побои, что у вас там синяки были на руках? Да. В субботу я пошла в нашу поликлинику, зафиксировала. Значит, мне дали справку, сняли побои. Я сказала, что это сделал Коньков. Через два часа приехал представитель уголовного розыска, чтобы взять с меня объяснение. Значит, он проговорил о том, что как-то он так сказал, что вы это дело не оставите, как-то он так это... Я говорю, а что для этого надо? Ну, надо приехать в Следственный комитет, как бы написать заявление. Я говорю, ну, сегодня, я говорю, точно не... А, говорю, ну, если вы меня увезете туда, потому что в автобус меня опять не пустят без маски, я готова, что поеду, а вы меня потом назад привезете домой. Он говорит, я-то могу, но машина же как бы вроде рабочая, поэтому надо спросить у руководителей. Он позвонил в Следственный комитет, как я поняла, ему добро не дали, и он сказал, ну, давайте вы в понедельник приедете сами. Я говорю, я не обещаю, потому что если будет опять настаивать на маске, то я не смогу приехать к вам. Ну, как бы вот так поговорили и разошлись. Я нигде росписи никакой не ставила в объяснение. Значит, и в понедельник я уехала в город Кемерово в судмедэкспертизу снимать уже побои как бы, ну... Официально, наверное. Официально, да. То есть не в поликлинике в нашей, а уже официально, да, акты уже получила. Вот. И, значит, через неделю в пятницу... Уже мне позвонили и сказали, значит, что ко мне едут с повесткой, по которой мне нужно будет явиться, значит, в Следственный комитет.
Другой уже участковый мне звонил. Я говорю, ну, если вы везете повестку, так вы, наверное, меня можете туда увезти, как бы, ну, чтобы мне на автобусе не ездить. То есть они мне всю неделю вызванивали, значит, что я должна приехать. Я отказывалась, а тут они уже как бы меня приперли. Вот, потому что, ну, я взяла уже трубку, и, значит, туда они меня увезли. А следователь Следственного комитета Сычев Алексей Владимирович сразу, как сказать, включил злого следователя, начал агрессивно со мной говорить о том, что я нарушила все, что можно, и с ихнего доброго такого позыва они только меня не арестовали на 3 суток и не отправили в СИЗО, потому что мой возраст и, так сказать, пенсионный, как сказать, смягчил эти основания, что за то поведение, которое я... проявили, да? Да, проявила неповиновение, значит, властям, за это меня могли легко посадить на 3 суток. Ну и при этом он начал со мной разговаривать очень жестко. Он на меня давил. Он... Сейчас я уже не воспроизведу все, что он говорил мне, но давил он меня психически очень сильно. Мне было очень плохо от всего этого. Я сказала, что я не буду говорить, что я взяла 51-ю статью. Значит, здесь появился адвокат дежурный. Конечно, она тоже была знакомая. Я спросила, говорю, что ты здесь делаешь? Она говорит, ну вот, я дежурю сегодня, поэтому как бы вот... обязана присутствовать. Но после этого начали звонить. Я в чат просто скинула, что меня силой привезли в Следственный комитет, и чатовцы начали звонить, требовать, чтобы меня освободили, на каком основании. И настолько было много звонков, и они устали от этого. После этого заходит следователь в кабинет и говорит, Наталья Васильевна, почему ваши знакомые, родственники постоянно мне звонят на телефон? Я говорю, извините, я не в ответе за ваш телефон. Я не знаю, почему вам звонит кто-то на ваш телефон. И после этого он смягчился. Он смягчился и говорит, вы знаете, мы неправильно начали разговор. Давайте заново. Стал уже улыбаться, включил доброго следователя. И говорит, я Сычев Алексей Владимирович. И, то есть все заново, так сказать. Ну, в общем, я отказалась, все равно я не дала никаких показаний. Единственное, что в конце, когда ушел защитник по своим делам, значит, я захотела подать заявление встречное, как бы, и он говорит, ну, тогда вам нужно дать, как бы, анкетные свои данные, вы должны дать пояснение, как все это произошло. И вот здесь я дала пояснение, что произошло. И вот эти вот пояснения он вложил в уголовное дело. Хотя он обещал, что это не пойдет, как бы, так как я там взяла 51-ю статью. Вот это была, как бы, его первое вранье, первая ложь, как я потом это поняла. Вот. И, в общем, я от него ушла где-то 8:30, почти в 9 вечера. То есть где-то они меня привезли после обеда. То есть я настолько устала от вот этого изнурительного перепирания. Поэтому они потом вели, так сказать, следствие 28 августа. Они, значит, в поселке пригласили меня на, как называется, на очную ставку этого Конькова. Я спросила, говорю, а почему второго нет, Камышова, который меня вытаскивал, помогал ему? Он говорит, ну, в следующий раз мы сделаем очную ставку с другим, как бы, а сейчас пока с этим. И я также взяла 51-ю статью. Он, значит, рассказывал, как он меня выводил, вытаскивал. Ну, как потом, позже выяснилось, они, оказывается, эту очную ставку сделали для того, чтобы я на ней извинилась. Потому что следователь Сычев сказал, Наталья Васильевна, если вы публично извинитесь, мы напечатаем в газете ваши извинения, тогда мы это дело прикроем. Я говорю, что? Он говорит, ну я так и знал, что вы не согласитесь. Я говорю, на меня налетели,
среди белого дня. Меня вырвали из кресла. Если вы говорите, что у нас карантин и такая страшная болезнь, и на 1.5 метра нельзя подходить друг к другу, на каком основании он ко мне вообще прикасался? Где ваш женский патруль там, или как, если вы хотели какие-то применить действия ко мне, если вы считаете, что я что-то нарушила, почему без объяснений меня выхватывали и поступали со мной непотребным образом? Он поступал по полиции закона, все было правомерно, все было по закону. То есть постоянно они твердили то, что я виновата. Также адвокат, когда я задала вопрос ей, что как ты меня будешь защищать, она сказала, ты же не хочешь признать свою, так сказать, вину. И я говорю, ты хочешь сказать, что я виновата в том, что произошло? Она говорит, конечно. Вас избили, возмутительно, вас избили, у вас синяки, все это зафиксировано, и вы должны признать вину и извиниться. Это удивительно. Да. Да, она сказала, как же, у нас распоряжение губернатора. Я говорю, а где у нас Конституция? Она говорит, про Конституцию ты будешь в суде рассказывать. Никто с Конституцией у нас как бы не соприкасается, никто не работает по ней. Вообще, о какой ты Конституции говоришь? Ты что, говорит, вчера родилась? То есть, и я начала понимать, что я как бы, в дурдоме, что ли, каком-то нахожусь, потому что все кругом говорят, что я не права. И в конечном результате я так поняла, что защитник – это не защитник. И потом в превратном, разговоре с ней она мне сказала такую вещь. Твое дело закончится, а мне еще с ними работать. То есть она в открытую сказала, что когда я попросила ее по 125-й написать, жалобу, она сказала, какая 125-я, ты о чем? Я не хочу время тратить на это. Его и так осталось очень мало. То есть результата не будет. Зачем тебе это? И тогда я поняла, что дальше продолжать на эту тему с ней не имеет смысла. То есть я писала отказ от нее. Сычев, следователь, игнорировал. Я второй раз. То есть сперва я устно заявила, он проигнорировал, когда на очной ставке. На очной ставке я уже написала. Он говорит, надо рассматривать три дня, поэтому пока... сейчас у нас здесь защитник есть, пока мы нового там, мы сейчас проведем очную ставку. И я потом еще раз, заявила. То есть они игнорировали. Подожди, то есть никакого... Наташ, не знаю, на будущее или как, в общем, для всех. Отвод любому должностному лицу, судье, участковому, полицейскому, адвокату рассматривается немедленно. Тебя ввели в заблуждение. Слушаем. Меня везде вводили в заблуждение, потому что я не сильна в юриспруденции. Я впервые столкнулась с такой ситуацией. Плюс стрессовое состояние, когда все говорят, что я виновата кругом. И мне было очень трудно отстаивать свои права. Поэтому они меня в заблуждение вводили постоянно. То есть Сычев постоянно мне лгал, улыбался. Он же включил теперь доброго следователя. Поэтому он все это делал мило, любовно, разговаривал по душам, но делал свое, гадкое дело. Вот. И, 29 сентября они меня пригласили, Сычев мне написал смс-сообщение, чтобы я пришла на обвинительное заключение. Я себя очень плохо чувствовала. В этот день была плохая погода, ливень был, ветер, такой ураган. Наталья. Я написала, что я себя очень плохо чувствую, я не приду. На другой день я решила, что я поеду на другой день, попросила соседа, чтобы он меня увез на машине. И утром, стук в двери, хотя было еще раньше времени, мы договорились на одно время, а тут раньше. Стук в дверь, я спрашиваю, кто? Он говорит, сосед. Я думаю, странно, что он так рано? Я говорю, подожди, я не одета. То есть моя ошибка была в том, что я не посмотрела в глазок. И я открыла двери. И два товарища молодых вваливаются, тычут мне какое-то постановление, что я должна явиться к Сычеву на это обвинительное заключение. Я оделась, они меня увезли. То есть адвокат уже сидела там. Ей постоянно звонили, требовали в суд, куда-то там еще. То есть они были все на нервах. Они,
А, еще до этого я писала, значит, отвод следователю Сычеву. Его тоже никто не рассмотрел. И 30 числа я прихожу, и исполняющий обязанности, значит, руководитель следственного отдела Малашкин Сергей Сергеевич уже, значит, как бы меня знакомит, значит, с этим обвинительным заключением. То есть он должен был... Не обвинительное заключение. Он должен был меня познакомить с уголовным делом. Значит, он берет инициативу на себя, фотографирует выборочно 75 документов, перекидывает мне на флешку, говорит: остальное, Наталья Васильевна, вам не надо. Они с адвокатом тут же при мне советуются, говорят: да, они документы эти. Подожди, подожди, востребованы. Подожди, Наташ, у нас Светлана отключилась. А мы пропустили небольшой кусочек. Наташ, вернись на 2 минуты назад, повтори то же самое. А скажите, на какой... А вот то, что вас вводили в заблуждение, то, что он включал доброго следователя, улыбался. И творил свои дела, да. То есть я писала отвод Сычеву Алексею Владимировичу, значит, следователя, тоже никто не рассмотрел. 30-го, когда они меня силой привезли туда, значит, уже взял дело для ознакомления исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Крапивинскому району Малашкин Сергей Сергеевич. А там сидела, значит, защитник, которая якобы ознакомилась с делом вчера, 29 числа, а сегодня ей нужно было в моем присутствии поставить роспись, что якобы с уголовным делом меня ознакомили. Так как я нигде не расписывалась, я отказалась, а вообще как бы взяла 51-ю статью. Значит, Малашкин сфотографировал сам на свое усмотрение, 75 сделал снимков документов и скинул мне их на флешку. Аргументировал тем, что остальные документы мне будут не нужны, не востребованы будут. Поэтому не стоит как бы дальше их фотографировать. Хотя дело было очень толстое, где-то сантиметров 10-12 в толщину. А позже, значит, там было сделано 385 фотографий защитником. Уж не знаю, все было, не все сделано. И второй там том был еще сантиметра 3, наверное. То есть вот такое большое дело сфабриковали, значит, по 318 статье, часть 1. Я пошла... На другой день пошла к прокурору, попросила, чтобы дело вернули на доследование, потому что полностью не ознакомили, то есть следственный эксперимент не провели в автобусе. Прокурор как бы помахал головой, что да, я почитаю, я посмотрю. Это была пятница. А в понедельник они выносят задним числом, то есть они подписали его, наверное, 8 октября задним числом, что уже передать его в суд. То есть прокурор был в сговоре, как я поняла, со Следственным комитетом, и там они все фабриковали, то есть по срокам, чтобы уложиться, они все это делали быстро, и, как потом Малашкин сказал, что... захотите, если помириться, то это все будет легко сделать в суде, как бы на этом этапе мы не можем, как бы. То есть они сперва меня уговаривали, чтобы я помирилась с Коньковым, попросила у него извинения, что он приедет, и мне нужно приехать. Я приехала в отдел, это было до того, какого числа, я не помню, еще до ознакомления уголовного дела. То есть Малашкин хотел посмотреть на меня, пообщаться, как бы понять, что я из себя представляю. И Конькова не было, то есть я поняла, что это очередное их не обман, заблуждение. То есть они все подводили к тому, чтобы я дала показания и приняла вину на себя. То есть я у них спрашивала, каким образом они хотят, чтобы у нас произошло примирение. Если по статье там 25-й, значит, может примирение быть между как бы гражданскими людьми, там соседи, какие-то знакомые, и там
без последствий, а по статье 25.1, то там, значит, будет какой-то либо штраф, либо условно, как Малашкин мне объяснил, ну, штраф дадут небольшой, если вы его быстренько заплатите, значит, у вас будет погашена судимость. А я говорю, так вы же сказали вроде как, что без последствий, помиримся и все, обоюдно. Он говорит, ну, для того, чтобы все это как бы погасилось, вам нужно... как он сказал, заинтересованность стороны, значит, материальная заинтересованность. То есть он дал, как бы намекнул на то, что я должна, заплатить. Значит, ну, либо заплатить моральный или какой-то материальный ущерб, который я нанесла блюстателю порядка. То есть они постоянно врали, они постоянно выкручивались. Потом Малашкин сказал, что он этого вообще не говорил, что такого не может быть, потому что не может быть. То есть они постоянно... ну, ложь, это, как я поняла, это у них привилегия. Они говорят, потом отказываются. В общем... Очень было психологически, психически было очень тяжело. Они вводили в заблуждение, потому что я юридически, так сказать, не подкованная в этом плане, как бы мне это не нужно было. И постоянно было очень тяжело. То есть я заболела, как бы плохо себя чувствовала. Но этим не кончилось. Они передали, значит, с этим защитником дело в суд. И тут я узнаю, что мне назначают другого защитника. А самое интересное, что Сычев написал с 1 октября в отпуск, то есть по приказу управления по Кемеровской области у него с 1 октября, а 30 сентября, значит, Малашкин знакомил меня с уголовным делом и в постановлении написал, что так как Сычев пошел в отпуск, он берет дело на себя. Хотя приказ, значит, по управлению с 1 октября. То есть опять ложь. И когда дело передали в суд новому, значит, защитнику, я сама позвонила этому защитнику. То есть я узнала, что защитник как бы вообще меня никак не искал, никак не знакомился. Значит, спросила, куда делся старый защитник. Он сказал, что не знаю. Ну как, если мой ордер есть, то есть меня назначили, значит, автоматически как бы тот защитник вроде как уходит. Я говорю, да где постановление на то, что ее отвели, убрали, вообще, что произошло-то? Наташа, это все детали, давай это, опустим это все, покороче, пожалуйста. Суд состоялся, нет? Значит, предварительный суд был 28 октября. Значит, с этого заседания меня удалили за неуважение к суду. То есть я не стала вставать. Потом задала вопросы, которые суду не понравились. Потребовала у нее полномочий. Она растерялась, сказала, ну, на несколько секунд она как бы зависла, потом говорит, а что вам удостоверение мое показать? Но тут разговор, значит, прервали. Прокурор стала зачитывать 1П, значит, мои данные. Она говорит, это вы? Я говорю, нет, это не я, это физическое лицо. Я человек Наталья, дочь Василия, род Руса Заречнева. То есть проговорила, что я как бы гражданка Советского Союза, РСФСР, СССР по праву рождения. Она меня спросила, вы на учете в психиатрической больнице не состоите или не состояли? Я говорю, а вы? И после этих слов она меня выгоняет. Приставу просит вызвать полицейских, спрашивает, Наталья Васильевна, почему вы без маски? Хотя все сидели в масках, она меня не трогала и в последний момент решила отомстить за все те слова, которые я проговорила. Значит, она говорит, почему вы без маски? Я говорю, я здорова, а до Нового года еще далеко.
чтобы быть в карнавальных масках. И вот после этих слов она вызывает, просит вызвать полицейского и оформить меня по 20.6.1. Они приходят, значит, они меня не выпускают из коридора на улицу, эти приставы, значит, ждут полицейских. Я в это время одеваю маску, они приходят, смотрят, ходят по коридору и говорят, а кто, а чё? Они говорят, да вон, она уже одела. Я говорю, да, как все. То есть эти приставы, когда меня пропускали через вертушку, они также были без масок. Я говорю, так же, как все, теперь, говорю, все одели. А они ходят, бродят и не знают, что делать. Зашли к судье, судья, конечно, там им дала установку, потому что один из них подходит, так виновато, говорит, Наталья Васильевна, ну что, надо протокол составлять? Я говорю, основания какие? Ну вы же были без маски. Я говорю, а кто вам сказал, что я была без маски? Ну, как камеры. Я говорю, а на тех камерах не было видно, что остальные тоже были без масок? Он говорит, ну, у вас же не осталось фиксации вроде как. У вас есть на телефоне фиксация, что они были без масок? Я думаю, спасибо за подсказку. Ну, вот как-то я не сообразила. В следующий раз надо было бы. И в конечном результате они оформляют, значит, протокол. Я там разрисовываю все красным стержнем, пишу, что не согласна, что... Свидетели, так же, как и я, там были без масок. Те фамилии, которые были перечислены, там я тоже вписала, что там, значит, не были разъяснены права. Значит, и в конечном результате, вот по этому протоколу, значит, вот 26 ноября состоялся суд без меня, хотя я отдавала телефонограмму, что я не могу присутствовать, и без меня прошу не рассматривать. Состоялся суд и дали 1000 рублей штрафу. До этого, вот по первому протоколу за 13 августа, был уже тоже без меня, тогда мне повестку даже не прислали, был суд, и, значит, было предупреждение. Но так как предупреждение было, теперь вот поэтому, значит, уже 1000 дали. Еще, значит, перед этим, 3 сентября... Я была на автостанции вместе с двумя еще соратниками, так сказать. Мы поехали в район, чтобы подать жалобу вот по этому уголовному делу во все инстанции. Нам на автостанции не продали билет. Значит, мы взяли такси, уехали в район, приехали, написали в прокуратуру, в полицию заявление о том, что нас не обслужили, не продали билеты. Они, значит, 7 числа зарегистрировали заявление, присвоили КУАП, 9 сделали определение и... 15 октября, через месяц и 12 дней, они меня выловили также в полиции, когда я очередной раз принесла жалобу, затащили вовнутрь и составили протокол. То есть они для того, чтобы я не появлялась ни в каких структурах, никакие жалобы не приносила, они просто меня вылавливают и составляют протокол. И вот по этому протоколу 16 октября, ноября должен быть суд. Суд у Быковой Натальи Игоревны, у той же самой судьи, которая по уголовному делу, которая меня выставила и натравила, значит, полицейских на оформление протокола. Я пришла, значит, на суд, она увидела, что я опять сижу, вызвала опять приставов, накрутила им, значит, там... Он подходит ко мне с виноватым видом и говорит, Наталья Васильевна, оденьте маску. Я говорю, зачем основание? Оденьте маску или я вызову полицейских. Я говорю, ты мне скажи основание. Вон там на дверях, когда вы заходили, вы видели, что там написано, что, значит, без маски не входить. Я говорю, ну на заборе тоже написано. Ты мне скажи, пожалуйста, какой закон? Вы можете все это в интернете посмотреть. Я говорю, конечно, могу, но только я там ничего не видела. Ты мне скажи, пожалуйста, какой федеральный закон, основание? Ну, естественно, ему это не понравилось, он очень раздражался, пошел, вызвал полицейских. Пришел полицейский, который 14 числа составлял на меня протокол, который меня тащил в следующую машину, перегружали, когда они меня. Он, значит, Наталья Васильевна, это Лузгин Ярослав Константинович, он, оденьте маску. Я говорю, основание. Он опять стал раздражаться, потому что это же самое Быково. Судья делала все для того, чтобы, значит, либо одеть на меня маску, либо удалить меня с суда, чтобы не заниматься процессом. В общем, он меня силой вытащил. У меня как бы есть видеосъемка, здесь я его зафиксировала. Он меня посадил силком в машину, увез в отдел, там, значит, сделал протокол свой.
То есть какие бы я доводы ни приводила, как бы я с ним ни разговаривала по поводу того, что он незаконно все это делает, он надо мной смеялся, говорил: «А что, Наталья Васильевна, СССР пенсию платит?» Я говорю: «Конечно, СССР». «А что же вы тогда скорую помощь-то вызываете не СССРовскую, а Российской Федерации?» Ну, то есть молодой, глупый, то есть не знает истории, не понимает вообще, что происходит. Я ему сказала, говорю: «Ты понимаешь, что ты за 30 серебряников продался?» Но он меня не слышит совершенно. И он сказал мне: «Если вы еще раз появитесь в суде без маски, значит, я снова составлю на вас протокол». То есть четко на меня поставлено распоряжение о том, что где бы я ни была, значит, доставлять меня в отдел и писать протокол. И вот в этот день я после этого вернулась в суд, потребовала у них, чтобы они мне дали вот это вот дело административное, которое они состряпали по 3 сентябрю, через месяц и 12 дней составили протокол. Значит, секретарь мне предоставил это дело, но там был диск, который не открывался, где якобы на этом диске было запечатлено, что я там была без маски или что там было, не знаю. Но в конечном результате он походил, ничего не получилось. Тогда он говорит: «Наталья Васильевна, приедет программист, как бы откроет, мы вам пригласим, ознакомим, но мы переносим дело, потому что вот, ну, как бы не можем вас полностью ознакомить». И перенесли это дело на 3 декабря. То есть 3 декабря приду, значит, либо будет протокол, либо одевать маску, либо не знаю, что они еще придумают. Ну, то есть идет четкое гонение на меня в районе, что я не подчиняюсь вот ихним распоряжениям, как они говорят, губернатора. Я делала запрос в администрацию, на каком основании, значит, масочный режим, и почему тогда мне средства индивидуальной защиты не предоставляют. Значит, администрация района прислала письмо о том, что сделала ссылку на 417 ФЗ, что на основании этого они не имеют полномочий предоставлять мне средства индивидуальной защиты.